Здравствуйте, друзья мои. Занимаюсь тут своими делами. Делаю обогрев для брудера, для птичек. Предыдущий термоконтроллер сломался, не сдюжил. Вот, и купил новый. Вот такой вот. С двумя датчиками температурными. Ну, я сейчас сделаю, сейчас пока один только сделал. Один будет на внешний обогрев, то есть в помещении. Второй будет конкретно на брудер. То есть будут вот таких две розеточки. Но смотрите, какая мысль пришла. То есть как самогонщику тоже можно использовать такой контроллер и сделать, в принципе, автоматизировать перегон. И можно использовать как для первого перегона, допустим. Смотрите, сделать вот здесь вот внутри можно разобрать, запаяться. Немножко, конечно, поработать придется. И сделать так, чтобы два датчика управляли одной розеткой. Как это происходит? Здесь вот сейчас стоит 24,3 на включение, 25,1 на выключение. Смотрите, нагреваю. Сейчас он нагреется. И подача напряжения. Оп, все, смотрите, выключилась лампочка. Все, нету подачи напряжения. Сейчас он остынет и будет, соответственно, подавать напряжение. Так вот, смотрите, сделать можно так. Один идет в кубы. И, допустим, здесь сделать 10 градусов, а здесь сделать 99. То есть при достижении 99 градусов напряжение подаваться не будет. Соответственно, нагревательный элемент наш, будь то ТЭН или что-то еще, он выключится. Второй датчик можно поставить на охлаждение. То есть, допустим, поставить верхнюю здесь границу 70, а нижнюю также можно 10 поставить. Если воду выключат, там вода подаваться не будет, соответственно, охлаждения не будет. Он наберет температуру и выключится также обогрев. Вот. Что очень удобно. И, соответственно, он не включится, пока не будет ниже 10 градусов. Комнатной температуре это, в принципе, в комнатном, то есть в квартире это невозможно. Вот. То есть для первого перегона можно сделать так. Для второго перегона лучше, конечно, два таких использовать. Один для первого перегона, чтобы не перепаиваться, ничего. Другой для второго. Для второго можно сделать один также оставить на куб, допустим. У вас будет 95 или 94. Я не знаю, как у вас там, это уже ваше дело, поставить здесь. А второй поставить на клапан. То есть, если у вас отбор по жидкости, покупается клапан. Клапан покупается, причем постоянно открытый. Да, и поставить здесь, допустим, температуру, не знаю, 77,8 и 77,9. То есть, ну, я не знаю, какая у вас температура стабилизируется. Ставите по той температуре, которая у вас будет в ЦАРГе. И, соответственно, допустим, температура набирается, нагревается. Он раз отключает нагрев. Ой, отключает работу клапана. То есть клапан закрытый. Потом, только температура стабилизируется, он открывает клапан. Ну, естественно, там вы настраиваете сами скорость отбора. Ну вот такая автоматизация, в принципе, возможна. Единственное, что вот этот вот идет на 10 ампер, да, это маловато для наших дел. Для наших надо на 16 минимум, а кому-то еще и больше. В общем, вот такая идея. Пишите ваши размышления. Я сейчас, наверное, попытаюсь найти контроллер на 16 ампер и попробую это сделать. Если вам интересно это, поставьте лайк. Я буду видеть, что эта тема интересная. И будем думать что-то как-то и автоматизировать. Поэтому, ребят, всем добра. До свидания. Подписывайтесь на канал.